как-то раз в общежитии я сидела в комнате с подругой. Она с кем-то разговаривала по телефону и очень злилась. А потом крикнула в трубку: «Ну и скатертью тебе дорога!» Я задумалась, почему она так сказала? Ведь скатерть может лежать только на столе. Зачем же ее стелить на дорогу? «Скатертью дорога» – выражение безразличия к чьему-нибудь уходу, употребляется по отношению к неприятелю. Фразеологизм «скатертью дорога» – это древний русский фразеологизм. Его можно было услышать еще в Древней Руси. Так говорили, когда человеку желали счастливого пути. Раньше дороги были очень плохие. Был дождь, была зима, снег, и очень трудно было путешествовать. Дороги были сложные, дороги были опасные. Поэтому человеку всегда желали счастливого пути. Почему говорили «скатертью дорога»? Потому что стол, на который стелили скатерть, был ровным, и людям желали ровной дороги. Сейчас этот фразеологизм имеет другое значение, имеет негативное значение. Когда говорят «скатертью дорога», хотят подчеркнуть, что человека больше не хотят видеть, что хотят, чтобы он побыстрее уехал или ушел. На моем родном языке эта фраза звучит так: «Рахсов чё-то дорос».